Центральной городской библиотеке 4 февраля пройдет исторический экскурс, посвященный 77-летию со дня окончания Сталинградской битвы. Если вам вдруг захочется посмотреть на Новороссийск с разных сторон, посетите 6 февраля экскурсию «Имперский, советский и современный» по адресу Новороссийской республики 7. 7 февраля караоке-клуб «Seven Sky» проведет первую командную игру «Лучшее состязание детективов». Проверьте свои способности к дедукции. На следующий день рекомендуем посетить спектакль «Играй, скрипач» на сцене Новороссийского городского театра. 9 февраля примите участие в ночном турнире по игре в «Мафию» в клубе «Новосити». 10 февраля отправляйтесь в библиотеку села Цамдалина, где состоится акция «Читаем Пушкина нон-стоп». В кино идет экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». В Центральной городской библиотеке 4 февраля пройдет исторический экскурс, посвященный 77-летию со дня окончания Сталинградской битвы. Если вам вдруг захочется посмотреть на Новороссийск с разных сторон, посетите 6 февраля экскурсию «Имперский, советский и современный» по адресу Новороссийской республики 7. 7 февраля караоке-клуб «Seven Sky» проведет первую командную игру «Лучшее состязание детективов». Проверьте свои способности к дедукции. На следующий день рекомендуем посетить спектакль «Играй, скрипач» на сцене Новороссийского городского театра. 9 февраля примите участие в ночном турнире по игре в «Мафию» в клубе «Новосити». 10 февраля отправляйтесь в библиотеку села Цамдалина, где состоится акция «Читаем Пушкина нон-стоп». В кино идет экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».